Выбор профессии – дело непростое, особенно если эта профессия связана с такой непростой сферой деятельности человека, как медицина. Своей историей выбора профессии и любви к медицине в целом поделилась Дарина Гаштова, лор-врач Кашхабльской центральной районной больницы. Меня и тянуло именно в данную область, скажем так. Решила выбрать именно лор примерно на 4-м курсе, когда у нас уже начались курации по данной специальности. Дарина Руслановна после окончания школы поступила в Майкопский государственный технологический университет по специальности лечебное дело. Отучилась там 6 лет. Лор-врачом она решила стать ближе к окончанию вуза. Поступила в ординатуру в Кубанский государственный медицинский университет по специальности оториноларинголога. После окончания ординатуры вернулась в Кашхабльскую центральную районную больницу и с сентября 2024 года начала работать лор-врачом. Я изначально хотела вернуться сюда после окончания. И, как говорится, где родился, там и пригодился. Я расположена близко к моему дому. Я сама с Бичевсина и недалеко сюда ездить. Основным критерием для успешности врача является регулярное развитие и обновление знаний. На данный момент Дарина Руслановна проходит обучение по специальности сурдолог. По завершению обучения она будет работать и по этому направлению. Лор-врач принимает пациентов каждый день с 8 утра до 3 часов дня. У меня прием как взрослый, так и детский, то есть ограничение по возрасту. Врач признается, что с коллективом повезло. Пожелаем новоиспеченному специалисту активного и уверенного старта к новым достижениям, заслугам и победам.